Сегодня Верховный суд под председательством судьи Али Рустамова рассмотрел жалобу Сагиба Керимова на решение Гианчинского апелляционного суда. Жалоба не была удовлетворена. В 1997 году Сагиб Керимов в нотариальном порядке оформил на свое имя дом, расположенный по адресу город Шамкир, улица Самедвургуна, 246. Пожив немного вместе с семьей в этом доме, Керимов уехал в Россию. По возвращении он обнаружил, что на месте его дома построен дом торжеств Муру. Сагиб Керимов подал в Шамкирский районный суд иск с требованием вернуть ему жилье и возместить материальный ущерб. 29 декабря 2010 года судья Шамкирского района Гафиль Бахшалиев не удовлетворил иск Керимова. Решения и Шамкирского, и Гианчинского суда остались в силе. По словам Керимова, за Фазаилем Гулиевым, построившим на месте его дома дом торжеств Мурул, стоит один из влиятельных министров. Именно поэтому его жалобы остаются без ответа. Адвокат Зия Гулиев, защищающий права Сагиба Керимова, заявил, что в отношении его подзащитного вынесено несправедливое решение. Верховный суд не удовлетворил иск. Мы указали в иске все факты, а также указали на нарушение законодательства на предыдущих судебных заседаниях. Видимо, кто-то в этом заинтересован. Суды первой и второй инстанции действуют именно на основе этих интересов. Видимо, кто-то воздействовал на Верховный суд в принятии именно такого решения. Это решение предвзято. Суды не принимают во внимание объективность и несправедливо рассматривают дела. А главное, это взяточничество в судах, которые за деньги защищают человека, разрушившего мой дом и построившего на его месте дом торжеств Мурул. А меня просто выкинули на улицу и сказали: иди, где хочешь, там и живи.